Всем привет, друзья! Сегодня вторая прокачка, выиграл ее пародию. Вот, написал комментарий под прошлым видеороликом, рандомно его выбрал. Ну, удачного просмотра, там было два дубля, смешно вышел, конечно, ролик. Но, в принципе, надеюсь, вам понравится. Следующий ролик, надеюсь, выйдет потом через час, я сниму для вас отличный мувик. Ну, всем отличного настроения и всем удачи во дне. Вот мы на аккаунте подписчика. Подписчик, поздоровайся. А как тебя зовут? Нормально скажи. Крыса. На. Крыса. А, подписчик притворяется. Че, идем к тебе? Какой нож покупать? Давай, какой ты хотел? Какой нож? Давай. Вот тут. Ну, покупай. Все, купил. И твой первый нож. Молодец. Если что, можно озвучить это. Ну, как тебе нож? Зайдешь, геймплей снимешь для подписчиков? Угу. Применяй. Давай. Удачи. Ну, так, в итоге, это был неудачный дубль. Давай так, заново начнем. Как тебя зовут? И в итоге, как тебе прокачка, понравилась или нет? Понравилась. Угу. Как тебя зовут? Зимний пародий. Значит, ссылочку на тебя оставим, да? Да. А, с закрепленным комментарием оставится ссылка. Что ты хочешь сказать подписчикам? Подписывайтесь на Мистер Лист Про и ставьте лайки. Чтобы быть... На прокачках? Да, и получить этот нож. Или другие ножи. Ну, короче, он вам запишет геймплей. Я его вставлю, так же, как и у моего брата. Кто хочет попасть в прокачку, еще раз подписываемся на канал, ставим лайки, типа делиться обязательно нажимаем. Всем удачного настроения и всем пока. Safe at last.